Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». І зараз будемо говорити про нерухомість, що стосується нашого міста, зокрема, і всієї України. І я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Дмитро Грабіна, президент Асоціації ріелторів Одеси та Одеської області та член Національної ради Асоціації фахівців нерухомості України. Пане Дмитро, рада вас вітати сьогодні в ефірі. Добрий день, дякую. Хочеться на початках почати з того, що в трьох словах взагалі розказати, що відбувалося з ринком нерухомості в Одесі, коли почалось повномасштабне вторгнення, і взагалі по всій Україні. Ми знаємо, що реєстри були закриті і відкрилися вони в маї місяці, в самому початку. От буквально через три дні буде год ровно назад. Сделок, естественно, не було. І коли відкрились реєстри, то в перший місяць мая була, ну, какая интересная цифра, за май месяц было совершено 333 сделки по реестрам Министерства юстиции. Для сравнения, в мае предыдущего года их было 3300. То есть сделок было в 10 раз меньше в первый месяц, чем за предыдущий год. Но рынок постепенно восстанавливался, и, конечно, мы видели практически полную зависимость от событий и военных, от фронта, от того, как происходило это с атаками на жилые наши города, там, и инфраструктуру. Поэтому с каждым месяцем фактически рынок отыгрывал свое. Наши люди, украинцы, одесситы в частности, и те, кто решили в нашем городе жилье купить, они, ну, не сдавались, скажем, в этом направлении. Угу. И фактически по результатам 2022 года догнали по количеству сделок половину. Угу. То есть если в среднем брать по 3,5-4 тысячи сделок в месяц, то вот где-то по общей сумме мы где-то на половину сделок вышли. Якщо говорити про західні області України, ми розуміємо, що там, в принципі, ринок, здається, і не зупинявся взагалі. Так? Різні картини в різних регіонах. Якщо говорити о Закарпатті, об Ужгороді, там в деяких сегментах ціни навіть немножко зіграли вверх от, до воєнної, до от цієї от особи стадії вторження. А Львов, ну, в основном эти цифры играли на рынке аренды, ну, потому что был большой, так сказать, попыт на аренду, и вот там эти цифры сыграли. На новострое, на жилье, на вторичный рынок, на западных регионах Украины это больше, ну, скажем так, сыграло в останавливающем факторе, то есть оно не дало скатиться за счет этого потока, так сказать, переселенцев. В Одессе мы тоже этот поток людей разделяли на несколько, ну, скажем так, этапов и потоков. Был поток как бы как транзитный, да, то есть люди приезжали на какое-то время там осмотреться, ехать дальше. Могу сказать, что вот одесситы себя за этот период показали, ну, с наилучших человеческих качеств. У нас были реестры специальные объектов недвижимости, где люди сдавали в аренду за бесплатно или за коммунальные платежи. Был список хостелов, которые сделали внутренний чат, где они сидели, ну, селили переселенцев на, ну, вообще за какие-то там 10 гривен там, за помыть там, и так далее. То есть вот это все было в этих периодах начальных, потом все потихонечку стало выравниваться. И сейчас уже, наверное, последние, ну, те, кто жили за бесплатно, люди, те, кто остались в Одессе, они же ищут работу, они находят работу, и они сами говорят, что все, мы вот нашли работу, и мы можем уже оплачивать арендное жилье. И это, в общем-то, с какой-то стороны тоже оживило рынок недвижимости в целом, потому что Одесса город курортный, сезон делится на межсезонье и сам сезон, и вот эта вот аренда, где люди сначала жили за бесплатно, а потом сами, находя работу, говорили, готовы оплачивать аренду, это тоже запустило динамику рынка. И мы помним, что на початку, навіть якщо сдавали квартиры, ну, все одно, це була мінімальна ціна, зокрема, для нашого міста, там, да, навіть не враховувався район, там, центр міста. Это было 4-5 тысяч гривен. Так, а зараз, яка ситуація, ціни почали повертатися, чи ще тримається? Опять же, здесь несколько таких течений или сегментов, можно сказать, что в
нижнем сегменте, опять же, за счет того, что я сказал выше, да, люди нашли работу, получили определенные ежемесячные доходы, и 4-5, оно, ну, может быть, там на 10-15% отыграло вверх чуть-чуть. Рынок элитного жилья, он вообще очень интересно сыграл. Люди уехали из Одессы, и те, кто имеют вот такого качества жилья, они просто из рынка, и из рынка аренды, и из продажи эти объекты в большинстве своем были убраны, ну, или до каких-то там хороших времен. А вот средний сегмент, он просел. То есть те квартиры, которые были в диапазоне там $400-600 или там 12-18 тысяч гривен, да, вот они где-то на процентов 30 отыграли вниз, потому что это все зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости и покупательской способности. И досі так же залишається, так? Да, така ж ситуація. Да, и покупательская способность, она зависит от рабочих мест, и поэтому мы сегодня ожидаем, что море будет закрыто. Это уже, ну, очевидно, как и в этом уже году. Уже про це заявили, да, військові. Соответственно, значит, людям, честно говоря, ну, может быть, можно было там открыть пляж, ну, хотя бы где-то, потому что море, соль, она восстанавливает нервную систему. Ну, то уже мы на это питание, не можем влиять, так, да, к сожалению. И, значит, получается, что курортный сезон в этом году будет приблизительно такой же, как и прошлый. Соответственно, это, ну... Ну так, ми розуміємо наслідки щодо купального сезону так званого. Пане Дмитро, в мене ще таке цікаве питання. Що зараз частіше купують? Квартири чи приватні будинки? Можливо, ось ви можете сказати? Хороший вопрос. Це, опять же, знаєте, ринок недвіжимості, він, ну, як много такой вот пазловый, да, или многосегментный. Если говорить о социальном жилье, которое отыграло по ценам значительно больше всех сегментов, да, то есть если говорить по, у нас даже формула такая была, мы, ну, то есть на начальном этапе в там, мае месяце, в июне, как вывести формулу. Мы взяли цены, у нас есть внутренняя база нашей статистической, так сказать, базы данных, и мы увидели, что так совпало, может быть, что работало умножить на 28 там, и разделить на 40. То есть фактически на разницу курсовую, на вот эти там, 25-27% рынок упал вниз. И сейчас можно сказать, что на ваш вопрос отвечаю, что в нижнем сегменте, в социальном жилье, он от этих 28-30% упавший вниз, где-то на процентов 10-15 поднялся вверх. То есть он еще не достиг тех цен, которые были до 2022 года, до февраля, но и уже одна, так сказать, оттолкнулся. То, что вы задали вопрос в части житловых будинков, значит, появился спрос буквально вот на эту весну. Мы видим, что сезонные колебания начали совпадать. Это очень хороший показатель. Обычно майские — это пауза, весенний рынок — это рынок участков, он сыграл, то есть рынок участков работает, он живой. Рынок небольших, недорогих, загородных домов и дач, он сыграл. То есть это говорит о том, что, ну, рынок в своем таком, ну, пытается восстановиться в свое обычное состояние. Очень большую роль сыграло освобождение Херсона, и вообще у нас такие есть интересные вещи, которых никогда не было на рынке. Если до того, как Херсон не был освобожден, направление на Суворовский район, оно было так, знаете, вы только освободили Херсон, сразу по направлению на Новониколаевскую дорогу, Светлое, вот эти все Почали села, купувати, да, да, то есть их сразу стали повышенный спрос, люди, значит, стали там приобретать дачи, дома. Ну так, цікаво. Пане Дмитро, а чи звертають увагу, якщо говорити про багатоквартирні будинки, на бомбосховище, аби вони, знаєте, були поряд? Тому що зараз, якщо б я обирала квартиру перше, на що б я дивилася, це гарний паркінг, ну, до якого можна спуститися, і чи поряд є бомбосховище взагалі? Ну, я можу сказати, що в Вообще мы видим новые державные будівельні норми, які кажуть, ну, о том, що хто в дальнейшем. Ну, сегодня фактически таким фактором является наличие паркинга. Если это новый дом, да, особенно если двухуровневые паркинги, то, конечно, это как самое близкое место эвакуации, оно играет большое значение. Но, честно вам скажу, одесситы в своем репертуаре, потому что, ну вот, как-то оно будет, как оно будет, знаете, из этой серии. То есть больше все-таки люди оценивают место,
качество жилья. Ну, если мы сейчас перейдем к новострою, это вообще там отдельный большой разговор про новострой, как он происходит. Если сейчас еще закончить по загородной недвижимости и участкам, можно сказать, что также живое направление в сторону Ильичевска. Угу. Небольшие участки, 5, 7, 10 соток, в стоимости где-то там 800, 1000, 2000 долларов за сотку. И эти участки сегодня угу. и берут, и я так понимаю, что это люди не для спекулятивных целей, а видно, для что себе, это да, да, угу. для дальнейшей забудови. Якщо говорити про середню вартість квартир, ну, якщо прослідкувати довоєнні часи і зараз, ну, здається, що квартири дуже серйозно подорожчали. Це ось я як людина, яка там дивилася ціни. Чи немає такої тенденції? Смотрите, существует несколько рекламных слоев. Вот mm-hmm. если вы обратите внимание на даты объектов, на которых вы смотрите на досках объявлений, то очень многие объявления, те же большие порталы, они их просто не снимали, потому что, ну, если бы они все сняли, что люди заявляли, то у них бы ничего не оставалось на прилавке, так скажем. Потому что, опять же, вот одно из необычайных качеств украинцев, я считаю, это то, что, ну, во-первых, у нас очень большой процент частной собственности на недвижимость. Mm-hmm. И это отношение к своему жилью как к ценности. То есть вот эта вот самоценность своего жилья, она не дала возможности войне убить нам рынок, то есть убить его в цене. То есть люди просто говорили, ну если это не будет там вот столько-то, сколько я себе наметил, то я это просто не буду продавать. И это не имело значения ни от социального статуса, ни от финансового положения. То есть люди ценят свою недвижимость, свое жилье, свой дом. Угу. И это вот очень такой хороший показатель. И поэтому общий фон, да, оно может казаться, что если мы смотрим сегменты какие-то, недорогие Черемушки, Таирова, там однокомнатные, что на фоне прошлого мая месяца, ну это прямо очень дорого. Но если мы посмотрим на цифры 21-22 год, то это еще не до них назад угу. не поднялись. А якщо повертатися до ситуації в цілому в Україні, яка вона? Вона змінилася на краще, тому що ви сказали з приводу Одеської області, то ми піднялися на 15%, так? Ну, навіть менше. От дна. Тобто ми упали, ну, там, грубо говоря, там на 25-30%, а піднялися обратно угу. на 10-15% в зависимості від сегменту. Якщо говорити по Україні, тут ситуація немножко другая, тому що є такі великі ринки, як Харків, Днепр, ну, мы не говорим о Мариуполе, и все это большие рынки были, угу. и да, даже и Киев, да, то есть люди выехали, заехали, и ситуация там сегодня такая, ну, мягко скажем, так. недовоенная, да, то есть мы сегодня видим, что рынки Западной Украины, они в более не менее стабильном состоянии. Юг, ну это в основном Одесса, и сейчас вот начинает возрождаться Николаев, я надеюсь, ну и мы все надеемся, что это будет какой-то большой толчок. Опять же, о чем мы говорим? О том, что сейчас у нас есть заявки на покупку там цементных заводов от наших немецких партнеров, на перерабатывающую промышленность. Тобто инвестиции уже начинаются. Да, так? Я даже могу сказать, что первые факты, вот у нас были факты, покупки офисной недвижимости и торговой недвижимости небольшой нашими иностранными инвесторами. Это небольшие суммы, но сам факт, что это были люди из Прибалтики и Польши, те, которые приехали и сказали, мы верим в то, что вы победите в этой войне, и мы это доказываем нашими деньгами. Да, это были цифры там, 40, 60, 70 тысяч, но это были реальные инвесторы угу. через инвестиционный счет в банке, то есть все как положено. Это эпизоды, конечно, но это, может быть, первые ручейки, которые дадут возможность нам дальше получать инвестиции. Угу. Вы сказали про цементный завод, да. про інші підприємства, але ж це і означає те, що ви пояснювали нашим глядачам на початку, що це і означає, що і популярність в регіонах, де буде це будуватися, знаєте, такі інфраструктурні об'єкти, то означає, що і ринок можливо, зміниться на краще, і буде вже не 15% з дна, а трошки вище.
Ну вот если вернуться к самому началу, мы говорим о ценах на аренду, которые являются фактором ценообразования объектов инвестиций для получения дохода от аренды. И все это все равно зависит от зарплат. А зарплаты зависят от рабочих мест. А рабочие места зависят от того, как к нам зайдут инвестиции в перерабатывающий сектор, в производственный сектор. Вот мы сегодня видим эти банки. Да? Каждая банка — это там десятки рабочих мест. Если вместо зерна здесь были бы макаронные заводы, мукомольная фабрика, сегодня мы знаем, что до войны Турция зарабатывала на нашем зерне, на муке 10 миллиардов, сейчас это значительно больше, в год. То есть фактически эти 10 миллиардов — это рабочие места здесь. Угу. Мы же видим всю эту проблему, да, что мы не можем загрузить, перевалить. А если бы это все было в контейнерах в виде там, коробок макарон, и все это рабочие места, люди бы получали заработные платы, могли бы снимать на первом этапе в аренду жилье, это бы за собой бы потянуло вторичку, вторичка потянула бы первичку, это бы первичка стала мультипликатором дальнейших экономических, ну, так, тут, понимаете, знаете, то есть, и все это одно за одно. Вот с этого бы начало начинать. Вот, ну так, з переработки. Ну, зрозуміло, тому що і про це казали і довоєнні часи, і під час війни на Донбасі. Думаю, що, може бути, війна все-таки вона заставить нас об этом задуматися. Так, тому що це важливо, і знаєте, мені б дуже хотілося ще підняти питання, тому що багато і моїх знайомих, і багато ми про це кажемо на нашому телеканалі з приводу тих недобудов, з якими зараз, ну, не зрозуміло, що буде. Тому що ми з вами так сказали, що ринок потроху-потроху приходить ще до тями, але що буде з тими будинками, куди вже вклалися, в принципі, інвестори? Могу сказати, що цей ринок теж ділиться на кілька сегментів. Угу. Без названий компаній я можу сказати, що є некоторі среднего размера строительные компании, которые не останавливались ни на минуту, делали для своих инвесторов различные программы, заниженные курсы и делают это сейчас, привлекают риэлторов для того, чтобы заменить тех инвесторов, которые не могут платить или уехали. Есть, которые к этому относятся очень зверхне, как кажут украинские, да, то есть, ну вот как-то косно, не спеша. И темпы их строительства не такие быстрые. И мы видим, что на этом сегменте те, кто подходят динамично, гибко, где-то уступают своим доходам, где-то, может быть, привлекают большую часть инвесторов, исходя из каких-то внутренних их ситуаций и своих, привлекают риэлторов для того, чтобы разобраться во внутрисемейных ситуациях, такое тоже бывает. Эти строительные компании, я думаю, выйдут и уже выходят в то, что очень многие запустили уже работы будивельные на майданчиках и запустили делы продаж, и есть сделки. Да, мы видим определенную тенденцию, что покупатель сегодня, если он имеет желание ее купить в новострое, он берет либо готовый, либо сданный, а с большим удовольствием уже и отремонтированный, от, скажем, как мы это называем, вторичная первичка. Угу. Вот. Но я думаю, что через некоторое время, опять же, исходя из платежеспособности рынка, это восстановится. Так і дійсно будемо слідкувати за цією ситуацією, тому що, знаєте, одесити, зокрема, пережили багато таких хвиль. Там згадую, перше, що згадується, це 2008 рік, коли і досі деякі новобудови залишилися у тому стані, як вони були ось багато років тому. І, пане Дмитро, я дякую вам сьогодні, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Дякую. Нагадаємо сьогодні нашим глядачам, що у студії був Дмитро Грабіна, президент Асоціації ріелторів Одеси та Одеська області і член Національної ради Асоціації фахівців нерухомості України. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.